Всем привет! Продолжаем смотреть интересные картины известных художников. Сегодня я хочу вам познакомить с некоторыми картинами Уге Хайма. Талонский художник первого периода поздней готики, как его называют, главный представитель испанской готической живописи. Данные я беру из интернета, из Википедии. К сожалению, данных очень мало. Собственно говоря, и работы немного. Просто хочу вас познакомить так вкратце с работами этого художника, чтобы, как говорится, быть в теме. Я и сам много узнаю, когда ищу каких-то художников в интернете. Итак, представитель испанской готической живописи Уге Хайме родился в Вильсе из семьи шерстобитов. А шерстобиты — это люди, которые сбивали шерсть, работники. Еще их называли валярщиками. Шерстобиты — сбивать шерсть, формация. После смерти отца воспитывался в семействе дяди Пери Урги в Тарагоне. Хайме получил первые уроки от дяди, который тоже был художником. Позже работал в Барселоне, в Сарагосе, потом опять в Тарагоне. Испытал влияние фламандской живописи Рагира ван дер Вейдена. В 1454 году, то есть в возрасте где-то 42 года, женился, работал в Барселоне и вступил, как написано в Википедии, в наиболее зрелый период своей живописи. Умер в 1492 году, прожил 80 лет. Некоторые работы художника хранятся в Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне. Итак, а какие же тут работы остались после Уге Хайме? Алтарь святого Висента из Сари. Сохранилось 5 створок в Барселоне, Национальный музей Каталонии. Поражает геометрическая строгость, монументальность, которая подтверждает интерес художника с пластической конструкцией картины, так написано в Википедии. Алтарь святого Антония Великого, 1455-1458 год. Утрачен в 1909 году. Он состоял из образа святого с посохом в руке и открытой книгой из 6 повествовательных композиций. Утрачен. От алтаря архангела Михаила, который находится в Барселоне, сохранилось очаровательное изображение Богоматери с младенцем и 4 святыми женами. Также несколько боковых створок. Это победа архангела Михаила над Антихристом, явление архангела Михаила на замке святого ангела в Риме и чудо горы Сан-Мишель, где мать с новорожденным младенцем убегает по волнам. Алтарь святого Августина окончен в 1480 году. Был заказан художнику для капеллы в церковь августинцев. От него сохранилось 8 створок. Находится в Барселоне, Национальный музей искусства Каталонии. Ну, вот, собственно говоря, и все, что мне удалось найти в интернете о художнике Хайме Уге, главным представителем испанской готической живописи, каталонский художник периода поздней готики. Вот, посмотрите, какие картины я нашел. Все, всем привет, пока-пока, до свидания. Сегодня мы узнали немного, что был такой художник Хайме Уге, главный представитель испанской готической живописи. Все, всем пока, до свидания.